4 декабря – День российской информатики. Несмотря на то, что в нашей стране этот праздник неофициальный, его отмечают все, кто связан с этой наукой. И в связи с этим вопрос попадос. Для школьников вопрос, что это? Это дискета. Она для чего нужна? Записывать информацию. Это очень старый такой, знаете, такой-то диск, HD написано. Ну, наверное... Высокого разрешения, да? Да, высокого... High display, наверное, да? Дискет. Дискетный диск вроде. Дискета. Не помните? Не пользовались? Нет. Серьезно? Нет. Это карта, как она называется? Флешка. Нет, не флешка. Дискета. Жесткий диск, нет? Я не знаю, как он называется. Дискета. А для чего она? Ну, там хранится память. Чья? А? Чья память там хранится? Не знаю, чья. Сколько мегабайт в гигабайте? Сколько мегабайт? Это к папе надо. 1000. 1024. В гигабайте 1000 мегабайт. Это точно? Это точно. А не 1024? 1024. Да, меня поймали на остров. В гигабайте мегабайт? 1000. Или чуть больше? Не, 1000. 1024, нет? Нет. 1000, наверное, да? Мегабайт? Чуть больше. Мегабайте. Чуть-чуть, вот больше. 1500? Чуть меньше. 1200? Откуда я знаю? Ну, информатики я нет. Я что, компьютерщик? У меня нет информатики. Я филологический профиль. 1024. Чем отличается жесткий диск от гибкого диска? Ну, гибкого диска вроде нет. Ну, он как подвиже, а гибкий, ну, как более... Хоть куда его можно, что не ломается, ничего. Жесткий диск на себя берет больше информации, чем гибкий. Тем, что он больше количества памяти может хранить. У кого больше? У жесткого диска. Ну, жесткий диск – это в компьютере. А гибкий? Не знаю такого.